У подножия здания администрации Московского района города оживленно и шумно. Поздравить коллектив администрации 40-летием района собрались 40 юношей и девушек. Поздравляли, как полагается, по-молодежному, праздничным флешмобом. Получилось креативно. Сегодня молодежь наша решила нам сделать неожиданный сюрприз, поздравить с праздником. Конечно, 40 лет по сравнению с тысячелетием города Бреста – это миг, но тем не менее за этот период было сделано очень много нашими предшественниками. И сегодня Московский район – это динамично развивающийся район. Практически в Заречном, как мы называем, в Заречном районе нашего Московского района, там уже проживает порядка 100 тысяч населения. И это с каждым годом прирастает. Вы сами видите, как вырастают новые микрорайоны. 4 десятилетия назад на территории Московского района проживало около 90 тысяч москвичей. Сегодня их в почти в 3 раза больше – 240 тысяч. Видимые глобальные перемены происходят благодаря людям, которые трудятся здесь, которые развивают район. Большое количество происходящих событий и изменений под эгидой молодежной организации, в которой порядка 8 тысяч юношей и девушек. Культурно-досуговой деятельности, гражданско-патриотическое воспитание – и вторичная занятость молодежи. То есть это не только в нашем Московском районе, но вообще в целом по всей республике эти направления просто они неимоверны. То, чем занимается наша молодежь, потому что молодежь всегда в первых рядах, и то, что мы делаем для своей страны, для своего города, для своего района, мы в принципе-то осознаем и понимаем, что это делается для нас самих, потому что что посеешь, то и пожнешь. В знак поздравления любимого района 40-летием лидеры молодежной организации запустили в небо 40 воздушных шаров. С днем рождения! С днем рождения! Московскому району 40 лет! Ура! А все праздничные мероприятия по случаю юбилея Московского района состоятся 25 мая. В администрации заверили, горожан ожидает масса приятных сюрпризов.